Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 165 на странице 72. Рабочая тетрадь по русскому языку до 4 класса автора Канакиной. Прочитайте. После дождя. Кусты в серебряных сережках. Стоят, глядят по сторонам. Дерутся дождь на тонких ножках. Перебежал дорогу нам. А дождь свернул за речку круто. В луга и там исчез из глаз. И грянул птичий хор. Как будто он поджидал лишь только нас. Рыленков. Какую картину вы представили, читая стихотворение? Что отражено в заголовке? Тема или главная мысль? В заголовке отражена тема этого стихотворения. Здесь рассказывается о картине, которую можно увидеть после дождя. Подчеркните в частях сложных предложений грамматические основы. Кусты глядят. Это первая часть. Дождь что сделал? Перебежал. Дождь что сделал? Свернул. Исчез. Хор что сделал? Грянул. Он что сделал? Поджидал. Закрасьте красным цветом слова и выражения, которые придают тексту особую выразительность. В серебряных сережках. Русый дождь на тонких ножках грянул птичий хор. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.